Всем привет! Сегодня мы превратим список слов, которые перечислены через запятую, в столбец. Для этого нам необходимо зайти на вкладку «Главное», перейти в раздел «Заменить». Далее мы должны нажать на кнопку «Более», нам оно понадобится, более расширенное меню. Далее мы в поле «Найти» пишем, какой элемент, какой символ мы будем заменять. В данном случае мы будем запятую заменять, ставим запятую и ставим курсор в поле «Заменить на». Удаляем, если что-то здесь написано, и нажимаем на кнопку «Специальный», после чего ищем «Разрыв строки», выбираем его и нажимаем на кнопку «Заменить все». Нам пишут, что замена произошла, и как можно увидеть, все превратилось в столбик. Если же мы хотим вернуть все назад, то нам необходимо также зайти на вкладку «Главное», «Заменить». Вызывается меню, но уже в поле «Найти» нам нужно удалить сначала все и выбрать «Разрыв строки». В поле «Заменить на» мы уже выбираем, что нам нужно. Допустим, мы хотим заменить на «Пробел» и «Равно». И посмотрим, что будет. Нажимаем кнопку «Заменить все». Проходит какое-то время. Нажимаем «Ок». Закрываем. И сейчас мы уже видим, что наш текст, который был в столбик, превратился в цепочку, разделенную знаками равно. Если помогло видео, ставь палец вверх, подписывайся. Пока!